Фамилия, имя, отчество? Беляк Иван Борисович. Дата рождения? 23.05.1989. Место рождения? Город Маркс, Саратовская область. Войсковая часть? 02.511. Командира части помните? Фамилию? Нет. Начальника штаба? Полковник Смердов. Замполит? Полковник Гузеев. Когда и кто вам сказал пересекать территорию Украины? Полковник Гузеев. Когда? Сейчас скажу. Ориентировочно 29 числа, либо 30, не 28, либо 1. Цель пересечения. Вот. Цель пересечения — выдвижение на позицию. Ну, вот. И после этого нас отправили на склад бисквитный. Понятно. Что вам говорили, что на территории Украины, что должны делать ваши подразделения? Нам докладывали, что наши подразделения должны освобождать мирное население от подразделений нацистов. Вы этому поверили, придя на территорию Украины? После того, как прибыли на территорию Украины, подтверждения данной информации не получили. Спасибо.